Всем привет, и с вами Арманиус, и мы продолжаем играть за Sims 3 Сверхъестественное. И это уже восьмая серия моего летсплея. Итак, наш персонаж должен, по идее, сегодня пойти на работу, через 2 часа. Но он, конечно же, должен успеть еще сходить в туалет, и, наверное, все, да? Больше нам ничего не нужно. Давайте включим плей, и, наверное, мы... Кстати, у нас на улице ливень идет. Я не знаю, говорил ли я вам, но, кажется, уже говорил, что я купил ему зонтик. Потому что нам понадобится. Вот это можно все положить сюда. Или можно все продать. Я не знаю. Кстати, я купил планшет, чтобы развивать навыки побыстрее. Давайте мы включим сейчас. Нам нужен навык садоводства высокий, поэтому будем слушать его. Все, он отправляется на работу. Как раз таки будет слушать по дороге. Аудиоурок. Или он сейчас сядет в машину и у него сбросится, да? Мне так кажется. Друзья, давай-ка ты соберешь вот этот камень, а потом уже отправишься на работу. Кстати, какая-то машина у него грязная. А, нет, нормальная. Мне, значит, просто показалось. Все, камень, лунный камень. Очень редкий камень. Так, а ты чё спишь? Ты чё, спать хочешь? Блин, он у нас устал сегодня. Он видит призрака. Самуэль Гот у нас какой-то там. Ну, на улице дождь, и, блин, это плохо. Это очень плохо. Кстати, он слушает дальше аудиоурок. Интересно, получит повышение сегодня? Ну, он должен встречаться с клиентурой, так что давай, встречайся. Или лучше групповые чтения проводи. Так, а наш песик будет сегодня, наверное, спать. Почему бы и нет? Пускай спит. Или он будет... Или он пойдет к своей знакомой. Ну хотя, блин, у него бодрость очень низкая. И это не пойдет. Дома все равно ее нету. Я не знаю, где она может быть. И да, так что ждем, пока что наш Декстер проснется, либо пока вернется наш Кристофер. И надеюсь, что клиентура у нас поднимется. Да, будем надеяться. Ждем, ждем. Наш Декстер, по идее, может уже проснуться. Да, и ты давай вставай, иди, пожалуйста, грызи свой зубинатор. У нас столько вот этих штучек, но мы еще ни одну не собрали. Давай, иди. Грызи свой зубинатор. Это у него такое желание. Потом он хочет повысить навык охота. Кстати, дождь закончился, это просто не может не радовать. И поэтому иди найди камень. До сих пор у нас здесь висит это желание. Групповые чтения. Ну-ка, поднимается у нас клиентура? Что-то нет. Тогда встретимся пока что тогда. Думаю, он успеет познакомиться с кем-нибудь. А так, Декстер. Чё он там играется? По идее, все, хватит. Давай, иди охоться. Тебе нужно повышать навык. Какой у него навык? У него 7 уровень. Так, камень. Кстати, как красиво, смотрите. Дождь у нас прошел, и камни поблизости... Что-то не вижу камней поблизости. Все камни очень далеко находятся, и как-то не хочется отправлять собаку идти так далеко. И поэтому, наверное, мы просто будем учуять что-нибудь для сбора, потому что так очень долго. А вот так вот нормально. Думаю, несколько раз отправим на охоту его. Так. Кристофер, давай, побыстрее возвращайся домой. Надеюсь, ты успеешь встретить кого-нибудь. Надеюсь, что успеет. И нам нужно побыстрее повышать магический навык. И что-то мы не можем его повысить нормально. Может быть, сегодня мы отправимся на свидание вместе с Линдой. Что-то как-то у нас отношения с ней не так уж и хорошие. Надеюсь, что она вернулась. Нет, она не вернулась домой. Ну-ка. Нет, он не повысился. И не пообщался с клиентурой нормально. Ну, ничего страшного. Ну-ка, давайте, может, сейчас кто-нибудь выйдет отсюда. 118 миллионов, ребят, это мало. Джон Сигрим какой-то здесь сидит. Ты куда поехал? Выполнить частных толкований. Что он хочет? Он хочет встретить кого-то в сети. Также он хочет подружиться с оборотнем и получить навык алхимии. Давай-ка, нет, подожди, ты никуда не пойдешь, ты позвонишь ей. Или давай отправь сообщение, почему бы и нет. Он нашел что-то интересное.
Пригласить куда-нибудь. Давайте пригласим ее. Ну, например, даже не знаю, куда можно ее пригласить. Мы не можем пригласить ее в кино, потому что нужно, чтобы она была с нами, была игровая. Но, к сожалению, она не игровая на данный момент. Мы можем пригласить ее в зловещий осенний праздник. Думаю, что хорошая идея. Ну, хотя уже вечер, ну ладно. Надеюсь, она согласится с нами пойти. Да, она соглашается. Так что будет круто. Так, он нашел что-то интересное. И это перо, которое нам не нужно. Кстати, осень, мы можем собрать тыквы и дома вырезать тыквы. Думаю, что хорошая идея. А ты давай будешь слушать аудиоурок. Где он? По садоводству. Вот он. Сейчас он приедет в парк и будет слушать аудиоурок. Нам нужно поскорее купить нормальную метлу. Хотя мы можем это уже... О, нашел драгоценный камень. Это круто. Какой камень? Тиберий! Офигеть, Тиберий, ребят, это же самый редкий камень, который здесь есть. Мы сможем разбогатеть, просто не знаю. Может быть, мы сможем 100 тысяч от него получить, может больше. Смотрите, Линда. Линда у нас здесь ходит. Кстати, у нее глаза что-то не светятся, я не знаю почему. Но давайте мы ее поприветствуем, да? Но она сама к нам хочет подойти. Так, давайте, знакомьтесь. У нас, по идее, есть зелье дружбы. Почему бы нам его не кинуть в Линду? Давайте кинем в нее. Думаю, ей это понравится. Хотя, кто знает. Так, он сейчас опять охотится у нас. Ну, по идее, пускай охотится дальше. Чуть что-нибудь для сбора. Сейчас мы будем выполнять потихоньку желание его. Он нашел драгоценный камень и... мы кинули эликсир. Так, отлично. Смотрите, мы сразу два желания выполнили. Это очень круто. Так, теперь нужно разукрасить лицо, но нет, нет, нет. О, кстати, вот это я выполню. Так, это я думаю, что тоже выполню. Так, давайте мы, наверное, вместе сейчас сделаем снимок. Снимок делается где-то... Где-то он делается, только что-то я не помню, где он находится. А, вот же мы прям рядом стоим. Сделать вместе с Линдой. Давайте, отправляйтесь. Сейчас они сделают снимок. Она зашла ведь? Или она домой пошла? Что-то я не понял. А, нет, она зашла, смотрите, вот она. Я бы мог опубликовать ее, но... Нет, пока что нет. Пока что нет. Я могу потом публиковать. Потому что я что-то сейчас не вошел в сеть. Так, у нас теперь есть поздравительная открытка. И мы слушаем ведь аудиоурок. А что это мы не слушаем? Слушать аудиоурок по садоводству. Получить прибавку к зарплате. Ну блин, это очень сложно. И вряд ли у тебя получится это сделать. Лунные камни у нас просто много. Я не знаю, почему нам так везет с лунным камнем. Но давайте мы, наверное, не знаю, получим или прибавку, или нет. Но нам нужно сотворить заклинание ледяного взрыва. Что-то как-то не хочу это делать сейчас. Давайте мы лучше будем романтично общаться вместе с Линдой. Давайте сначала пообещаем защиту, что будем ее защищать. Хотя она оборотень, и она намного сильнее нас, но все же. Там кто-то болтает у него в ухе. Ага, что-то она... ей что-то не понравилось, я не знаю почему. Ну-ка, обнять эротично. Ну, это как бы работает. Романтика, флиртовать. Все, свидание у нас, ничего себе. Давайте мы еще раз обнимем эротично. Нет, давайте узнаем знак зодиака, я знаю, что они совместимы. А, похвалить пристойность. Давайте похвалим, это что-то связанное с нашей чертой характера. И вообще, нужно спросить, где она целыми днями пропадает, кем она работает, может быть, она устроилась кем-то. У них совместимы знаки, я так и знал. Ну, будь обниматься.
А, он спрашивает, есть ли у нее пара. Но по идее у нее нету пары. Насколько я знаю. Флиртовать, у нее нет пары. Так, дальше что у нас? Давайте мы спросим у нее о карьере. Кем она работает вообще? Или мы бросим ей вызов? Давайте бросим вызов. Кто выиграет? Давайте посмотрим. Все, они отправляются. А я не знаю, кто выиграет, но... Посмотрим. Чуть больше никого нет, мы сами здесь гуляем, ходим. Он находит что-то необычное, и мы собрали бриллиантового пса. И еще мы собрали еще одного и еще одного. Не знаю, что-то как-то мне не верится, что три сразу. Че, ты пойдешь домой? Давай, отправляйся домой, ты уже устал. Думаю, тебе можно отправиться домой. Сейчас они будут грязные, потому что, ну, как бы, это же пирог какой-то там. Ну, вы будете? Давайте. Что-то как-то они стоят. О, она замерзла. Ну, что ли, холодно? 5 градусов. Ну, довольно-таки холодно. Все, они играют, и давайте посмотрим. Интересно, кто же выиграет? Давайте поставим, не знаю, мне кажется, Кристофер выиграет. Посмотрим. Может быть, все иначе. Мне кажется, что Кристофер. Да, Кристофер выиграет. Уже понятно, что он выиграл. Мог бы податься, по идее. Ну ладно. Так, давайте мы еще романтику сделаем. Например, собаки там у нас. Хвалить характер. Давайте похвалим характер ее. У нее очень хороший характер, по идее. Но мы пока что не знаем. Что-нибудь оходить как зомби. Мне вот всегда вот это напоминает, как будто он не зомби. Я слышу, стоп. Я слышу что-то. Я что-то слышал. Стоп, вот что это? Это симка. Нет, подождите, я слышал, что здесь где-то инопланетян ходит. Или мне показалось? Наверное, все-таки мне показалось. Это же просто персонаж там, да? Ладно. А кто там гуляет у нас? Призрак, смотрите. Ну ладно, мы не будем ее трогать. Ну и чё, вы объявите победителя или нет? Да, мы выиграли, и у нас теперь в багаже есть хот-доги. А нет, лаймовый пирог. Теперь будем кушать хоть что-то вкусное, потому что у нас всегда вот эти вот вафли там. Хотя вафли, я люблю вафли. Вафли очень вкусно. Так, романтика. Что еще можем? Пикантный анекдот. Может быть, мы сотворим заклинание? Давайте мы наложим на нее заклинание. Чуть нет такого действия. Подождите, где оно? А, вот оно. Заклинание удачи. Как раз таки повысим немного свой навык. Кстати, мне интересно, сегодня единорог придет к нам. Хвалить характер. Давайте еще похвалим характер. Давайте еще обнимем эротично. Романтика. Давайте мы, наверное, сделаем ей предсказание. Почему бы и нет? Также нужно еще поговорить о чувствах. Тоже, кажется, хорошо повышает. Что? Что не так? Нужно извиниться. Не беспокойся, давайте скажем. Нет, давайте мы... Что я? О, не-не-не-не, не нужно. Не хочу я. Нужно спросить о карьере. Давайте спросим, кем она работает. Не-не-не-не-не. Не надо. Давайте. Общайтесь лучше. Куда она пошла? Она что ли пошла участвовать? Ну хорошо, мы тогда тоже пойдем с ней. Раз она хочет, тогда мы пойдем. О, мы переоделись, и у нас лицо, смотрите, отмылось. Так, а давайте мы пока что вернемся домой, посмотрим, как наш Декстер здесь. Ну, Декстер у нас очень голодный, и
По идее, он может сам поесть, но я хочу собрать вот этого бриллиантового пса. Давайте восстановим. Я не знаю, как он будет восстанавливать сейчас. Он выходит на улицу. Что, он восстановит сам, что ли? Или что? Ну-ка, покажите нам. О, смотрите. Оно переливается. Вот это да. 1000 симолеонов. Я засыпаю на ходу, поэтому мне лучше пойти домой. Мы чудесно провели время сегодня. Ваше сердце трепещет радостной дрожью. Боже, кто бы мог подумать, что вы станете использовать подобные слова? И кто бы мог подумать, что свидание пройдет так волшебно? И вправду, никто не мог подумать, но все-таки свидание прошло очень круто, и я очень рад. Так, она что, уходит там, да, уже? Ну, смотрите, они играют. Ой, чё она? Ладно, она хочет домой. Мы ее отпускаем, мы пообщались, у нас просто отличное теперь настроение, ну, точнее, отношения. И мне интересно, сегодня пришел единорог на свое место? Потому что в тот раз его не было. Чё-то не хочет приходить единорог на то место, а может, он в другое место пришел, кто знает. Давайте посмотрим, куда еще может быть единорог придет. По идее, вот где-то здесь еще есть. Вот здесь. Но единорог тоже не пришел сюда. Так что, видимо, не сегодня, да? Давайте мы отправимся домой. Так. Давай, все, хватит соревноваться уже. Отправляйся домой. Нам, кстати, завтра на работу уже. И, возможно, завтра мы получим повышение. Сейчас бы нам приготовить зелье... Живительный эликсир. Было бы круто. И чё? Чё у тебя там осталось? Каменный гидрант нужно ему найти. Еще одну штучку и все, да? Ясно. Где наши... А, вот листья у нас. Кстати, нам нужно вот это все собрать опять. Мы это все соберем. Это тоже. Где... Куда они делись? А, вот они. Как много солнышек у нас, блин. Все это продать будет круто. Так, это тоже можно сюда. Это тоже можно сюда. Уже, считай, 800 симолеонов. Ну-ка, может, там что наверху есть? Нет, ничего нету. Ты будешь ухаживать за своим садом, нет? Ладно, давайте сначала изучим алхимию немножко, поизучаем. Наш Дектор здесь ходит. Иди, сходи в туалет. Да. А потом можешь, наверное, грызть. Мы, кстати, это желание не выполним. Я не знаю, почему у нас не получается. Но мы его не сможем выполнить. Декстер, у тебя отличное настроение? Да. Так что почему бы тебе не пойти и не учуть что-нибудь для сбора? Давай. Повышай свой навык. Так, а мы будем пока что изучать алхимию. Нам нужен этот живительный эликсир. Может быть, мы его уже выучили. Давайте посмотрим. Нет, мы до сих пор его не выучили, поэтому изучай алхимию. Чё, ты не можешь больше ничего изучать? Нет, он не может больше изучать алхимию. Поэтому он, наверное, сходит в туалет и также будет размышлять в душе. Ну, давайте ускорим. Так, Декстер, что там? Бегает. Хорошо, ждем. Лунный камень, я думаю, можно передать. И Тиберий тоже мы передадим. Тиберий это очень классный камень. Я вам покажу, как им пользоваться. Ну, возможно, некоторые знают. Здесь птичка, смотрите. Это не птичка? Я подумал, что это птичка. Нет, подождите, где птичка? Птичка где-то здесь у нас. Вот, попугай у нас. Но мы, к сожалению, не можем его подобрать. Выиграть конкурс по сбору яблок. Он камень нашел, когда вот я убрал... когда я убрал желание. Вот это, знаете, это прям... как его? Я вот всегда забываю это слово, но... Короче, вы меня, думаю, поняли. Гигантский метеорит. Офигеть, гигантский метеорит, ребят. Это просто жесть. Это же надо найти вот такой вот гигантский метеорит, который там 2000 стоит.
Офигеть, ребят. Давайте мы его оставим. Я хочу его оставить, я не знаю. Я его оставлю. Как бы, пускай будет. Для красоты стоять. А мы, наверное, уберем лаймовый пирог сюда. Он уже лег спать и, блин. Мы до сих пор еще не изучили живительный эликсир. Как-то это не в тему, если честно. Вот почему мы убрали это желание, а? А, закон подлости. Вот что я хотел сказать. Да. Давай, ты можешь побыстрее, а? Перо нашел, блин, ну что-то нам не повезло в этот раз. Думаю, еще раз можно, да? Ну-ка, давай-ка. Сейчас мы подождем, пока он один раз поохотится, и я закончу серию уже. Думаю, что достаточно. Сейчас. Он, по идее, должен дойти уже. Ну же, Декстер, что так долго? Нашему... этому. Кристоферу скоро на работу, через 5 часов. Ну-ка, Декстер, давай, найди что-нибудь интересное. Драгоценный камень. Интересно, какой? Лунный камень. Вот что-то прям вообще много лунных камней у нас. Уже 3 камня. 4 камня даже. Ничего себе. Офигеть. Все, ребят, мне уже пора заканчивать серию. Надеюсь, она вам понравилась. Так что не забывайте, ребят, ставить лайки и подписываться на канал. А также вступать в группу ВКонтакте, чтобы не упустить важные новости. С вами был Арманиус. Всем пока.